Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о коляске от компании Cybex. Моделька называется у нас Busy. Вот такое интересное название у колясочки. Я на самом деле чуть-чуть подзатянул с обзором этой коляски. Все никак не было времени именно на нее снять. Все время что-то другое попадалось. Вот, но в комментариях просили, поэтому вот, друзья, сегодня разберем, посмотрим, что это за колясочка. Очень популярная, продаваемая колясочка сейчас в сети магазинов. Первая коляска, наверное, входит в пятерку. Ассортимент сейчас в этом сегменте очень большой, и она вот, наверное, одна из таких самых основных сейчас интересных предложений на рынке, потому что она стоит недорого. Это Cybex, качественная, все окей. Смотрите, Cybex, напоминаю, немецкая компания. В двух словах технические характеристики назову. Производитель дает гарантию 1 год. Вес у коляски адекватный. Не самая легкая, но 7,8 кг вполне себе для добротной, качественной, крепкой колясочки. Это нормально. Наклон у нас, я вам чуть позже покажу, 130-175. С 6 месяцев до 4-5 лет приблизительно можно использовать коляску, потому что 22 кг ребенка она выдерживает. И 43 сантиметра у нас колесная база, то бишь везде вы спокойно проедете. Так, смотрите, здесь еще по комплектации хочу сразу сказать. Если в расцветке, в названии расцветки вы увидите слово «дождевик», значит, будет идти в комплекте. Если в названии нету слова «дождевик», то в комплекте идти и не будет. Смотрите, изучать сверху вниз пойдем. Начнем с ручки. Смотрите, друзья, по высоте ручка у нас абсолютно на удобном уровне. У меня 186 роз. Мне на самом деле почти все коляски нормально подходят. Но здесь прям вот все очень четко. Кстати, точную высоту от пола до ручки внизу по ссылке после обзора пройдите на сайт первой коляски. Там будет эта информация. Вот. Регулировки по углу наклона, по высоте здесь нет у ручки. Поэтому имейте в виду. Ручка у нас здесь спененная резина, хват приятный, все окей. Что касается ткани, друзья, ткань, из опыта сразу вам могу сказать, достаточно такая плотная, типа что-то похожее на джинсу такую. Вот. И этот материал очень износостойкий и очень хорошо себя показывает на дальней дистанции. Он живучий, не теряет товарный вид достаточно долго, практичный, легко его почистить, простернуть и все окей. В общем, с тканью, как по мне, все окей. По козырьку, друзья, здесь у нас нету никаких смотровых окошек, если это кому-то важно. И состоит он из трех секций и регулируется у нас простым вот таким вот способом. И практически бесшумно, что немаловажно, друзья. Так, что касается системы безопасности, классика, пятиточные ремни, бампер. Бампер, кстати, вот ручка здесь спинная резина. Бампер просто пластиковый. Откидывается как калиточка. Это все хорошо, здорово. Вот. И что касается подножки, друзья, естественно, она с возможностью регулировки. Вот эти кнопочки по бокам. И, соответственно, можно опустить. И ступенечка, площадочка для ног ребенка тоже у нас широкая имеется. Так, давайте, друзья, посмотрим сразу на спиночку, те самые углы наклона. Вот так вот это выглядит. Вот, собственно. И что очень приятно, когда мы опустили, козырек опустили, и ребенок сбоку хорошо закрыт от непогоды. Даже зимой можно накидочку на ножки, собственно, приобрести, и будет нормально ребеночку здесь тепло, уютно. Летом же, если отдыхаем, где тепло, и нам нужно проветрить, то можно вот так вот, соответственно, открыть эту заднюю стеночку. Здесь нет москитки, никакой сеточки, просто отверстие. Но на самом деле москитка там особо роль никакой не играет, зато ребенок будет меньше потеть и преть. Так, что касается, друзья, давайте посмотрим на нижнюю часть. У нас здесь имеется достаточно нормального размера багажник с удобным доступом. И грузоподъемность у него, вот я на самом деле нигде точной информации не нашел, но как показывает практика, порядка 2-5 килограмм вот такие багажнички выдерживают. Вот. И удобно вот так вот он подгибается, если когда вы опустили ребенка полежать, чтобы доступ в багажник был, нажимаем и что-то засовываем, если надо.
Колеса у нас здесь полиуретановые, везде амортизация на всех четырех колесах. Я сейчас покажу. Тормоз у нас классический, самый правильный. Сверху нажимаем, ставим на тормоз и сверху же снимаем с тормоза. Так, давайте оценим амортизацию. Неплохо. Что у нас спереди? Тоже все окей. Ну, на самом деле, в этой серии у Cybex EZS, Busy, у них хорошая амортизация среди себе подобных. Здесь, наверное, одна из самых лучших амортизаций. И, наверное, они одни из лучших в плане вседорожности, скажем так, на круглый год. Понятно, в сугробах вы на них и не поездите, само собой. Но в целом хорошо, нормальненько везде едут. Так, друзья, давайте теперь посмотрим, как складывается. Чтобы ее сложить, вот здесь есть кнопочка. Нажимаем и опускаем ее вот так вот вперед. После чего нам можно подогнуть вот так вот подножку. И вперед путешествуйте, везде с собой берите. Компактненько, аккуратненько, как по мне, вполне себе здорово. Вот, друзья, собственно и все. Все, что хотел я вам о ней рассказать, я вам рассказал. И мое коротенькое мнение, как вот в начале я уже упомянул, что одна из самых популярных сейчас колясок, и не зря на самом деле, надежная, относительно других она особо и недорогая, учитывая какой вы бренд приобретаете, с отличным шасси, с отличными характеристиками, с практичной тканью, ликвидной на вторичке, когда откатали, легко будет потом продать, это тоже немаловажно, человек солить что ли, что с ними потом делать. Вот, собственно, выбор, естественно, как всегда за вами, ссылка внизу в описании на магазин First Buggy. А я хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего карапуза и удачи на дорогах!